Всем привет! Вот мы готовим угол для перепелок, ведь скоро у нас появятся перепелки. В прошлом году у нас уже были перепелки, но нам пришлось их продать. Почему? Потому что к нам пришел в прошлом году хищник. Однажды утром Илья зашел в курятник и не обнаружил там около 20 куриц. Сначала мы предположили, что их украли. Но, посоветовавшись с опытными людьми, они нам подсказали, что это был, скорее всего, какой-то зверек. Они посоветовали заглянуть под пол курятника. Илья так и сделал и обнаружил там 20 тушек обезглавленных молодых курочек. Все лето мы охотились на этого хищника и не могли понять, кто же это. И в начале осени этот хищник снова объявился. Мы его выследили и поймали. Это была коричневая норка. Мы ее уничтожили. В связи с этим мы планируем оборудовать курятник, обтянуть его сеткой, чтобы ни один хорек туда не пробрался. Я считаю, что в нашем доме шикарные деревянные полы, и не нужно их прикрывать никаким линолеумом. Не понимаю, почему прошлые жильцы в этом доме испортили пол таким покрытием. Я считаю, это нецелесообразно. Итак, угол побелен, и теперь Илюха делает какую-то конструкцию под перепелок. Если честно, я даже не представляю, что это будет. Так, ну ладно, делай, потом в конце результат покажем. Так, ребята, архаровцы, давайте. Все. К нам приехали перепелки. Илюха доделал брудер. Они кушать, наверное, хотят. Сейчас будем насыпать им корм. Ну, Саня вообще, смотри, как на славу сделал тут. Ехали они сколько? 500 километров, да? Ага. Приехали. Кушать, наверное, хотят. Да, сейчас им водички и корма дадим. Ну вот и все. Они уже у нас живут второй день. Вот, ночку переночевали. Вот так вот он выглядит издалека, брудер. Здесь вот рядом поставили корм. Подкармливаем, воду меняем. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, если хотите.